То, что дети хотят заниматься футболом, хотят посвятить себя футболу, это уже здорово. И самое главное, чтобы это желание у них не пропадало. И тренеры, куда ни попадают, наоборот, только его подогревали. И ребята занимались спортом, занимались футболом и вырастали потом в будущих профессионалов. Мы не смотрим на то, как ребенок владеет мячом, как он управляет и так далее. Для нас это, скажем так, не так важно. Для нас очень важно это двигательная активность ребенка, как он ориентируется в пространстве, как он меняет направление, насколько он ловкий. Почему стоит отдавать детей именно в Академию Локомотива? Каждый рекламирует свой огород, вот. Но здесь все равно это очень объективно, то, что в Локомотиве тренеры работают с детьми. Нам, тем, кто работает с младшими и средними возрастами, больше нужно быть не просто тренером, а, можно сказать, даже аниматором, потому что нужно и погладить по голове, и шнурочек завязать, и все время на позитиве, на хорошем слое. А то, что мы видим в других школах, в других, может быть, даже академиях, ну, мы лучше.